Сегодня 24 февраля 2016 года. И вот у меня комната отделяется. Вверху есть положок, который я опускаю. А сейчас сделал так ширму. И чтобы она никуда не уходила, у ней полишки. Вот с одной стороны пришита, привязана, и с этой. И голуби туда, чтобы не попадали. Ну и вверху, там, где они привыкли лазить, там у меня сделано отдушина, чтобы жар шел от плиты сюда. Заткнуть тряпкой пришлось. Вот он сидит старый. А эти молодые. И что никогда не видала, то она клювом подняла посредине эту тюль. Подняла. А то второй туда в это время нырнул и с той стороны. А сейчас она ногами-то он запутывается в этом и не может поднять его. И пролезет-то. А, только двое должны быть. Один поднимает, а другой подлазит под низ. Я думал, неужели это не могут сделать? Так и получилось. Она ее клюет под низу. Вот этот тюль поднимает, а второй туда нырнул, а теперь оттуда попасть сюда не может. И они бросили играть, и друг друга только вот, ишь, пытаются что-то найти проход. Ну, это, может, случайно получилось, но суть, однако, вот такая вот. Видишь, что с той стороны видно, что шевелит, то есть с той стороны он долбит, а толку-то никакого нет. А этот снизу. Вот как бывает, другой раз скотина что-то сделает такое невероятное, даже можно подумать, что, видишь, этот бьется в эту в тюль. Ему обратно охота. Он один остался, он не думал. Зачем туда полез, он сам не знает. Он прям ломится. Старые этого не делают. Они знают, тюль – это опасность, как вот флажки красные, там волковка, да, так и это. Обычно голуби этого не делают. А эти-то не понимают ничего, ручные. И они могут поломать представление о голубях. Он ищет, где можно пролезть на кухню. А что там бы на кухне? А там везде глину, везде клюют, там больше простора. Но я не хочу, чтобы они заходили туда. Взял, оставил их здесь. Вот он. Прямо видно, что бьется. Ой-ой-ой. Сейчас я попытаюсь убрать здесь. Ничего, ничего. Сейчас, подожди маленько. Запущу я тебя. Иди сюда. Вот он где. Вот он где. Вот они. Сейчас сойдутся. Братья родные. Вот он, тот идет. Все, пришел. Ой, ой. Ну, теперь все. Двое теперь туда пойдут, на кухню. Один ходил, теперь второй должен пойти. Обязательно уйдет. Как маленькие ребятишки. Вот интересуются чем-то. Все, пошел. Пошел, пошел. Что-то не поймет простынь, как она отодвинулась. Вроде висела. И для чего ее люди вешают, ничего не поймешь. О, и тут пришел отец, туда же поперся. Все, дверь открыта. Через ширму, видать, там еще тут третий сидит. Ну и все. Преграда убрана. Попутно показать. А этот сидит. Здесь это, видно, сама сидит. Я не очень-то в них разбираюсь. Не поймешь, кто из них. Мать, кто отец. О, вот он, вон из-под него выглядывает малыш, совсем махонький-махонький. Ну, только что вывелся. Уже она его давит и не задавит. И она как грелка, у него голова вывернутая, он боком как-то, это как раз то, что надо. Вот она его держит. Вот она сидит здесь. Ну, это не очень удобно показать, но все-таки можно увидеть. А ну-ка посмотреть-то можно или нет? Допустишь? Нет, наверное, не допустишь, а? Если я попробую. Ой-ой-ой. Вот из-под нее видать там сокровище ее. Долбит она. Ой, вот она как. Ну, брат ты мой, тут не подойдешь. Такая охрана, ой. Ну, что ты? Да больно так бьет это на повороте самое крыло. Ты крылья свои поломаешь. Ну, покажи хоть, что там под тобой. О, он какой. Вон он под ней сидит. Его видать даже. О, она там, а там совсем маленький, который с бочка сидит. Вон он выглядывает. Тоже вырастет, там уже к месяцу они сравняются. Ну, я в разное время подкладывал, это не ее яйца.
Ее яйца где-то в другом месте. Вот так. Да, эти ушли. Посмотреть, что они там делают. Сейчас полу надо убрать. Еще от них осталось. Ну, а что у вас тут? Тут вы... Это пошло уже не то. Это уже они на стол тут полезли, на кухонный. Ну, голуби я разрешаю голубям на столе. А кошкам нет. Кошки везде разрешаются. Вот, кроме постели. И вот на стуле сидит. Вот они где. Да, они все трое тут уже старые. Их на столе тут мы сидим. Ну, голубь это не кошка. Вот они сидят. Что-то надо дать, приучить. Все на еде основано. О, пожалуйста. Ну, там вода закрытая. Крышкой не попадут. Туда надо было закрыть еще плотнее. Ну, интересно. Вот печка обдолблена разная. Но она не так горячая. Они сейчас будут на нее залазить. Маленечко оставлю. Придется теперь открыть этот. Раз сюда разрешил сегодня. Вот этот. Вот это что сказать-то. Разрешил один. Как бы кто-то снимал. Так. О! Открыть надо. Все. Вот теперь они оттуда могут попасть вот в эту дырку. Это они очень любят дырочки разные влазить куда. Все. Вот они у меня. Это из беспородных. Взрослые и родители. Вот они еще подошли кормить, но он вряд ли их будет кормить, потому что там вывелись новые у него. Вот он как. Так, одному дает, это отрыгивает молочко. И второму дать. Если не даст этому, то и ходит за ним. Вот. А это вот повернулась ближе всех, вот это вот слева, это мать. Вот так плохо видно. Вот. И это вот новая голубка. Вчера я принес ее. Заболела. Яйцо одно уже снесла. Сегодня она уже маленько лучше себя чувствует. Вот я ей сделал гнездышко. Ну, это которая чашка трехместная. И вот эти лежат. Он там сбоку маленький завалился. Будет ли он жить? Совсем махонький. Просто махонький. Ой-ой-ой. Похоже, что он совсем уже... Она его тоже не кормит. Что-то совсем маленький. А этот-то большой. Ну, а большой он, ясно, того придавливает. Ну, пузатенький как будто бы, сытый. Вот он справа лежит, ишь какой. Ты яйца подложил разные, от разных гнезд. А это вот села на свое гнездо сама. Ой, ой. Вот они как тренируются. Это молодняк. А это вот она сверху выпрыгнула. В эту дырку туда по ней лазят. Вот они. Поднялся повыше, чтобы увидеть их всех. Вот четверо, они редко когда бывают все. Обычно одна все время сидит, а тут как-то все оказались. Ой. Вот оно какое дело.
Похоже, что уже не жилец. Вот утро раннее, голуби у меня вылетели, вот они сидят. А вход к ним туда закрыл, но они сейчас ищут, где поесть. Поэтому я вот здесь при входе насыпал семечек немножко, вот, чтобы они могли залететь к своим голубятам. Еда главная у них здесь, вот она лежит, видишь, семечки. Ну а дальше ему, чтобы заинтересовать его, дальше семечки, вот так каждый раз его заманываю. Но эти-то лежат, вот они черныши. Вот они. Вот они сейчас залетят, поесть надо. Вот она здесь пшеницу насыпал, убрал все у них с горохом и с семечками. И каждый день. Так. А тут вода под этим. Под этим вот. Сейчас даже могу показать, где у нас вода. Сверху, чтобы не попадал помет у них. Это сделана крышка-то. А вода вот где она. Вот она где вода. А сверху вот эта крышка. И чтобы бумага не отлетала, придавлена ключом. И здесь также бумагами все покрыто. И ключ лежит, придавил. И внизу тоже деревяшками все покрыто. Ну, это там мелкие бумажки нарезанные. Ну, как страница, несколько раз, чтобы легко убирать. Их убрал и на чистое настелить. Вот сейчас, как они будут залетать, это кто не держал голубей? Дикари, повторяю, а с какой целью? А с тем, чтобы, думаю, обеззаразить местность. Потому что вертлячка была, несколько раз полностью голубят не погибали. Вот она где. Вот она открыла, увидит, что здесь открыто. Она вход увидела открытым. Вот так, если я молча не разговариваю, тогда проще, а тут я разговариваю. Сейчас она опасается меня. Это сегодня у нас 1 апреля, день вранья, апрель никому не верь. Сатана придумал для себя лжецов. День такой, можно врать, и ничего не будет. Вот она теперь, это замановые семечки. Она ухватила их. Так, теперь он прилетел к ней. Сейчас они оба должны туда спуститься. Вот он там, который дальше семечки насыпаны. А внизу там ребятишки. Сейчас они туда будут прыгать. Вот. Так, сейчас пойдут туда вниз. Так, все, она сошла вниз. И он туда же. Вот теперь посмотрим, что там делается. Дети сидят тут. А она, вот она где, подходит. Издалека сейчас можем будем смотреть. Ну, ей это не нравится, что я тут стою рядом. А вон она где. Залез в кормушку. Трудно видно будет. Ну, я как бы отойду дальше. Дальше не буду говорить. На выдержку, значит. Ну, отключу тогда, подойду к ней. Она должна сейчас их начать кормить. Вот утро сегодня. 4 апреля 2016 года. Вот я стою, жду дикарей своих, как они вылетят. Тишина, ничего нету. Только что распечатал. Они там сидят, ждут. Голубята уже большие. Вот-вот как-то они будут самостоятельно питаться. Теперь я больших тоже туда вынесу, чтобы новое гнездо начали там и не улетели. Через них, я думаю, вот он. Все, он улетел, крыльями схлопал. Путь свободен, она должна сейчас тоже вылететь. Вот она. Все. Вот они вылетели. Теперь оправка будет у них. Вот она попятилась, это значит оправилась. Вот он теперь к ней идет, топчется.
Он ее уже топчет, это означает, готовит новое гнездо. Это только-только вывелись. Вот сегодня, наверное, 11 дней или 12, как... Вот он к ней уже ластится. Такая любовь. Я спрашиваю одна роженица, она говорит, рожала, так трудно. Мужик бы был рядом, я бы разорвала его на счастье, прям сгрызла бы зубами, говорит. Но только вернулась домой, говорит, и гляжу, уже ласкаться опять начала. Вот такое дело. И будет влечение к мужу. В муках будешь рождать. И это в природе и везде такое. Это кажется, что она рождает безболезненно. Еще как болезненно. Он корова вытаскивает веревкой из нее теленка. Вот они где. Ну, давайте. Посмотрю, теперь я отошел. У них тут глина есть, должны прилететь. Вот он прилетел. Вот они где. Видите, какое наблюдение ведется. Ну и сразу уже начинают они тут. Там что-то есть. Насыпаны крошки. Дикари обыкновенные. Полностью обжились. А дети так у них на руки садятся у меня. Надо там будет снять, слететь. Посмотреть, как они там. Вот все такое. Ладно, отошел. Голубят перенес в другое место. И голубка, а голубка лезет на пустое место. Она не понимает, что там их нету. А они вот где я перенес, чтобы она их не давила. Она сейчас раз, залезла туда, села. Села, а там ничего нету. Голубь и голубь. А они уже, есть им надо. Лишь один больше, другой меньше. Он вывелся, видно, на день позже и отстает в росте. О чем он стонет, этот голубь? Выпарили ее, давили в гнезде, когда надо было рядом с гнездом сидеть. Удушающая любовь. И ножку ему свернули, а вторая у него уже не в другую сторону растет. Он обречен на 100%. Он никогда не будет летать. Сейчас новый вот-вот выведутся. Они его кормить не будут, и он сдох. Вчера, интересно, пошел голубей проверять. Наверху голубятня. Ну, обычно надо дам корму, лазить трудно наверх-то. И думаю, там все нормально. Вот два дня, если не схожу, то есть, ну, каждый день не захожу, обязательно несчастье какое-то. Вот сейчас, вот они где, это ко мне подлетают, чтобы я их покормил. Семечками. Упало тут ограждение. Ну. И гляжу, там голубка одна, или я думал, голубь, это прямо на полу. А что же это такое-то? Такого я и не видал, не знаю. Оказывается, ночью, видимо, там сверху этот голубь сидел, я уронил помет на нос. Он застыл у нее, народ не может раскрыть.
И ослабела уже. Я принес ее сюда. А куда? Вниз там голуби парят. Ну-ка, я покажу туда. Маленечко, выйди отсюда, выйди. Вот они тут. Вот они к моему компьютеру тут примостились. Это сидят они на динамиках, на этих. Вот. Ну и теперь сейчас можно посмотреть, что там у них там есть. О. Маленького еще не задавила она. Это ее муж тут сидит. Это она сидит. Вниз туда никакого выхода нету, чтобы пустить. Они близко не подпускают. Ну, ревнует. Еда есть, вода есть. Так что она там его задавила, поди уже. Что-то лежит у нее, не шевелится там. Кормит она или нет ее. То есть большая очень разница в возрасте. Ну-ка я попробую узнать. Нет, живой. Может быть, выживет как. А эта ночь ночевала. И оказалось, что у ней застряло яйцо, и она его выронила здесь. Покажи, где яичко у тебя. Ну-ка. Видно или не видно, не знаю. Вот она беленькая, видишь, согнулась. Я ей сразу тут отделил гнездо. Ну, а эти-то два брата-акробата, они что тут, залазят? Начинают ее преследовать, даже эту голубку. Я думал, голубь – это голубка, их трудно определить. Вот они, обидчики, сидят. Вы что тут делаете, а? Ну-ка, давай-ка я вас маленечко приучу здесь. Давайте. Сейчас буду оттаскивать руку маленько. Давайте сюда, вот сюда, давай. Давай. Давай скорее, ко мне. Давай. Ну, да, давай. Давай. Вот так. А потом буду издалека подлетать. Давай, давай. Второй. Ну-ка, давай. Давай, скорее. Ну-ка. На ладони сидеть. Если никого нет, я сам снимаю. Вот, все, слопали. Вот, и клюет руку, руку клюет. Видишь, что ему не нравится-то? Требует, да. Прямо клюет по-настоящему. Да? Не так и больно, но какой он. Ну, вот такое дело. Ну, сейчас я их приучу еще раз. Набрал. Ну-ка, давай. О, этот уже знает легче. А этот что-то черемонится. Я отодвигаю постепенно вот так вот. Ну, давай скорее, а то съест все. Эх, эх, эх. Достать не может. Пониже может сделать. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай. Скорее, скорее, скорее. А то все слопает. Ну и все, все, так и нету. Ой. Вот так приучаю. Пожалуйста. Ну-ка, иди туда на место. Домой не идет, там он. Пшеница есть, иди. Одни семечки едите только. Давай, ну-ка. Вот, кое-как избавился. Все, пока. Вот, а та голубка там сидит теперь. Там у меня две парят. И, а малышей выгнали, вот они где, здесь есть. Это они тут у меня шарятся, тут за книжки закрыты. Вот они какие. Это сегодня у нас пятница, 26 должно быть. Ну, да, 26 февраля 2016 года. Вот они, как быстро выросли. Еще показать. Пошел попить. Ой. Вот так интересно. Сегодня. Ну-ка, давай. Не подходи близко-то, тому, не, чтобы не испугался. Давай, 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 бери. Ну-ка. Вот он где, вот он как. Сейчас тот подлетит, вон он сидит где. Покажи. Этот клюет, а этот сейчас к нему должен подлететь. Гуля, 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 гуля. Давай, давай. Они сами ко мне сюда подлетают, вот видишь, сидит. Давай. Она на тебя уставилась. Ты близко подошел, чуть подальше надо было отойти. Они пугаются незнакомого человека. Ну-ка, иди сюда. Простите, голуби. Иди сюда. Гуля, 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 гуля. Давай скорее, на. Давай, давай, ну-ка. Вот он как. Ну-ка, давай сюда. Вот он где будет. Гляди, ну-ка, давай. Давай сюда.
Гуля, 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 гуля. Оттуда приближай. Он что-то крылышко там нашел, балуется. Ну что ты там сидишь-то? Иди сюда. Давай. Ну-ка, давай. Давай, давай. Ой, ой, пальцы клюет, лика, руки клюет. Ну-ка, давай. Гуля, 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 гуля. Никак не может понять, куда он. Сейчас на него сверху сесть может. Давай, давай. Гуля, 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 гуля. Никак не приучу его. Ну иди сюда. Шаришься там. Вот, пошел, что попало. Там еще нету. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Ну, иди скорее. Вот он где берет. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай. Он ему не видно ладонь-то здесь. А это когда он повыше, он слетает, когда выше. А сейчас он не видит. Давай скорее. Гуля, 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 гуля. Ну, что ты такой, а? Ну-ка, давай, давай. Вот он мой хорошенький. Давай. Сейчас я вам дам. Вот так. Давай. Вот они теперь вместе будут есть. Вот они пошли, роняют семечки тут. Давай. Видишь, как приучаются. Но они совсем маленькие тут. А мне сегодня один человек и говорит, а что их не вынести туда, ну, где мои породистые голуби? Так я говорю, к утру они уже полностью застынут. Во-первых, холодно. Дальше, им нужен уход. Вылететь на улицу они вылетят, а летать не умеют. Они обратно не залетят, они в снегу погибнут. Только когда будет плюсовая температура, тогда еще можно будет. Давай, вот он где, ну-ка. Я их накормил уже сегодня. Ну, вот он какой. Ну-ка, давай, ешь, ешь. Вот беспородистый. Сизари. Давай туда, к себе. Давай вот сюда, вот, 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 вот сюда. Ну, вот он, гри, клюет, то руку клюет. Ой-ой-ой, да как это клюешь-то ты, ну, а? А тесто у него залетело туда, кажется. Сейчас надо перекрыть его сюда, чтобы он не упал туда, иначе они его там задолбят. Они как только их выпустили, все. Теперь мне надо вот здесь вот их покормить. Да по-хорошему, гуля, 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 гуля. Вот он где. Чтобы их туда приучить, надо им давать сюда что-то. Держи, вот, гляди, держи. Руку-то клюет, больно клюет еще. Вот как клюет, вот он как. Вот они у меня как. Все, 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 все. Нам надо уже завтракать. Да клюет ты по-настоящему. Почему? Хочешь, чтобы я его за нос схватил? Ой. Тут все у них есть. Ну, все, во славу Божию. Все. Вон они сидят, покажи.